Павел Семенович, вот вы сделали замечательного музыканта, известного на всю страну, прекрасным актером, известным широкой аудитории именно по вашим фильмам. А он вам вот в своем этом новом религиозном качестве что-то дал? Мне кажется, что я благодаря Пете пережил очень просто высокие состояния. Мы все вдвоем куда-то карабкались вверх, как два акробата. И очень высоко забирались с ним, оба чувствовали. Потом бум, падали вниз. Но вот этот момент высоты, в которую мы вместе поднимаемся. Я не знаю, это Бог, это не Бог, это творчество, это ангелы нас на какие-то крылья поднимали. Но что-то мы пережили с ним незабываемо. И мне кажется, это как раз считается в этих фильмах. Спасибо, Павел Семенович, спасибо вам огромное.